Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Сегодня у нас 22 января, пятница. Привет! Да, игрушка у тебя? Да. Так, время у нас сейчас начало 12-го. Мы проснулись, в принципе, с Вероникой сегодня рано. Сережа сегодня водил, ну не то, что рано, насколько, начало 10-го, наверное, у нас не стали. Сережа сегодня водил Илюшу в сад, провожал Владика в школу, все сам, короче, сегодня я... Не, я просто встала, единственное, что одела Ильюшку, потому что Сережа одевался, и как бы я встала, чтобы он не заплакал, не расплакался, что не я веду, он уже привык, что я постоянно вожу его в садик, естественно. Одела его, и потом легла немножко полежать вместе с Вероникой. Значит, Вероника еще спала, я тоже легла, часочек еще поспала. Машу тебе! Так, сейчас Сережа уехал, но он там, в принципе, наверное, что-нибудь снимет, просто такую ставочку какую-нибудь сделает, где был. Поехал поболеть за нашу ледяную команду, посмотреть, кто вообще там играет. Дело в том, что у нас должен быть турнир 2007 года, как Сережа уже говорил, у наших детей в феврале. И несмотря на то, что там почти команда вся 2007 года, вот Людиновская, они приехали играть за 2006, и, естественно, уже со своим годом они играть не будут, хотя немножко не понимаю, почему так. Ну, вот Сережа решил поехать посмотреть, потому что вообще какие команды будут играть, кто будет также 2007 года узнать уже, если там уже будет известно, ненадолго просто чисто посмотреть игру. А мы с Вероничкой дома позавтракали, так еще плед не убрала, это у нас Илюша с утра встал, когда лег на диван, говорит, мама, накрой меня, он замерз, лежал, пока я ему вещи готовила. Так, Илью, Вероника, что ты делаешь? Что ты делаешь? Пульты у тебя? Сегодня мы будем разбирать нашу елочку, так как вообще планировали на субботу это все дело оставить. Но завтра мне идти на тренировку, вот опять приеду, ой, уже к обеду, и получается, как раз сегодня все лучше сделаем, соберем ее, уберем ее, и заодно уберусь, чтобы уже завтра ничего не делать такого из уборки. Потом сегодня будем убирать нашу елочку красавицу, конечно, но честно, ну, она поднадоедает, все-таки она стоит уже месяц. Новогодние праздники кончились, Новый год начался, и надо ее уже, все, хватит. Я просто вчера слышала, буквально в маршрутке ехала, женщина говорила, господи, у нас до сих пор хоть стоит сосна, хоть живая, говорит, никак не можем ее убрать, уже все пожелтело, но стоит. Да, Вероника? Что ты делаешь? Так, на улице у нас пробивается такое солнышко, как обычно, много снега после последние дни. Илюша сказал сегодня за ним приехать только на санках. Он вчера распсиховался, что я без санок за ним пришла. Но вчера я ехала с... Так нельзя. С тренировки, поэтому, естественно, о каких санках могла быть речь. А сегодня пообещала ему прийти на санках. Плюс ко всему, у нас сегодня в саду еще родительское собрание, как я вчера, наверное, об этом говорила. Послушаем, что сегодня там скажут саду, про какие очередные нельзя подорожания, скорее всего, пойдет речь. Ну и там что там о группе, что там у нас в группе, может быть, нужда группы и так далее, как обычно, в принципе. Так, зачем ты батарейки вытаскиваешь из пульта? Поставила сейчас варить бульон на... Короче, буду готовить суп. Вот пока, честно, даже понятия не представляю, какой будет суп. Мясо поставила варить, чтобы бульон сварился. А что будет у нас на первое, я пока еще даже не знаю. Что-то уже так все поднадоело, что хочется новенького. И даже не знаю, что готовить. Не знаю, сейчас подумаю, что-нибудь может быть. Значит, что-нибудь приготовим в любом случае. Так, Вероника. Ладно, увидимся. Всем привет. Всем привет, да. Ты тоже машешь привет, ты уже здоровалась. Пришел Валик у нас уже со школы. Как дела? Хорошо. Удовлетворительно? Да. Да? Да нет, ну ладно, все нормально. Получил 4-4 по изложению, они писали в классе, да? 5 по математике, что там у нас за... А что за диктант было по математике? Не помню. А что ты писал? Не помню, что ты писал? Нет, тогда не писали сюда, еще в понедельник писали сюда, когда выставили оценки им. Ну, примеры, да, там были, или что? Ну, оставь ей немножко. На последний
Ну что она там допила? Облизнулась только. Что у тебя с сынами? Поправим. Резинка выскочила. Что тебе дать? Все, выпили, устали, там двоих йогурт уже. Так, что, ладно, я сейчас готовлю супчик, надо снять. Ай-яй-яй, знаете, картошки уже. Решила сварить чисто обычный, господи, какого, картофельный суп без всего. Уже замучилась. Подскажите, просто в Алохах, какие-то рецептики вкусных супов. Честно, надоело, что одно и то же, одно братья просто уже настолько достало. Поэтому, если трудно, подскажите, просто какие-нибудь вкусные супчики, которые можно готовить дома. Так, на улице у нас солнышко, хорошо. Владик, на улице холодно, сынок? Не очень. Кстати, идет мелкий снег. А почему ты сегодня ушел без шарфа? Не очень. Я про него забыл. А, ты про него забыл? Вероника. Так, ну что, ладно, сейчас буду добавлять уже морковку, лучок в суп. И дальше начнем уже убираться, разбирать елочку. Итак, ну что? Ну, мы разбираем нашу елочку. Сейчас я сниму, ладно. Сильно лучше не подноси. Да, начали разбирать нашу елочку уже почти. Все разобрано. Все посняли, да, все шарики, мишуру. Сейчас уберем по пакетам, все разложим. И самую верхушку и снимем. Конечно, конечно. Да. Все. Вместе у нас елочка постояла, даже она побольше месяца. Еще вот они шарики. Сейчас все остальное. Ладно, все сниму. Да. Сейчас шарики поснимем, гирлянды поснимем. Эти снимем, как он, 2016. Да, баннеры все поснимем. Да. Так. Вероника нам помогает, ходит. Снимай. Ну-ка, одну. Ну а будешь нужно снимать шарик? Будешь? Алло. Нет? Будешь? Давай снимай. Шарик, который я живу. Который сам вешает. Нет, там, не вешай. А вот этот шарик, да, снимешь? Да, вот здание сам. Опа. На. Там прямо. Папа звонил. Папа? Да, уже приехал. Сейчас домой идет. Аккуратно, дочь. Вот, уже видишь, сломала штучку. Опа, снимаем шарик. Снял? Да, на. Давай сейчас. У нас все в одну коробку не вместе, мы сейчас другую еще выскладываем. Так. Владик, у нас роль, давай мама снимем. Роль оператора, да? Да. Так, сейчас. Верхушку теперь. А, ну да, конечник. Ты сейчас давай снимай, укладывай мишуру по пакетам. Угу. Раскладывай. А это у вас Вероника ела помидор. Ох ты. Нормально. Молодец, умница, просто очень. Умница. Вероника, зачем так делать, а? Зачем так делать? Да. Так, ладно, разбираем елочку, снимаем баннер, начинаем убираться, еще, конечно, в процессе поснимаем. Да. Всем привет, зрители, подписчики канала на Ютубе. Я, наверное, последний здороваюсь, ну, еще лишнего, да? Да, время уже час, начало второе, такой приехал. Ты говорил, да? Ну, я сказал, что поеду посмотреть игры. Да, посмотрел я игры, здесь сегодня играл 2000, ну, что начались соревнования, в принципе, что я говорил. Брянские. Ну там команд много. Сегодня играл 2006 год, ну, там немножко 2007 года. Кстати, Людинова команда была, от чего, в принципе, я и поехал. Были там ребята с Людинова наши, пообщались, проиграли они две встречи. Вот, и что ни странно, 2007... Они сегодня две игры, не завтра у них будут две игры. Сегодня они играли с Дядькова первую игру на последних секундах, прямо там 3 или 5 секунд оставалось, пропустили второй мяч. 2-1 проиграли, и потом Партизану 5-2 они проиграли, хотя играли хорошо первый тайм, но потом чуть-чуть позазвалились. Спросил у ребят, насчет 2007 года, потому что играл состав 2006 на половину 2007, говорит, мы не поедем, потому что некого набирать в Людинове игроков, то есть в Брянске это да, это игроков и команд очень много, в Людинове даже вот не могут собрать команду именно 2007 года хотя бы 10 человек. Вот, и даже 2006 года они не собрали, пришлось вести 2006-2007, но по регламенту можно, то есть надо позже, ну, младше вести. Вот, они уехали, посмотрел еще игру, Динамо Брянская играла, с, я не знаю, кто там, пока Брянск, не пока Брянск, при футбольной школе там Степина. Вот, выиграли 2-0 и я как раз уже уехал. Сейчас там даже не были, Калуха приехала, играют три команды с Орла, вот с Людинова, Дядькова. Ну, надеемся, не знаю, вроде вот разговоры идут, но... 5-7 февраля должны, Владик, ваша команда играть.
Ну, не знаю, потому что сейчас тоже там был папа, вот Кирилл выступает, слышишь? Вот, ну, вот капитан вашей команды, нашу 2007-го, его попросили за 2006-й, вот уже папа приехал, вот, не знаю. Вот, уж он тоже болел, не знаю, бум, не бум играть, ну, 7 тысяч, по-моему, взнос там вступительный. Ну, интересно, ну, мало народу сегодня было, там в основном все калужские приехали, с Орла, уже народ, говорит, ну, мама, папа, поприбавился народ. А так, когда я приехал, в 9 утра, конечно, никого практически не было. Ой, погодка шикарная, небольшой снежок, показывал, да? Еле, правда, в горочку поднялся, ну, в принципе, все знаете, сваряка, шоу. Вот. Ну, завтра тоже ребята приезжают, меня говорят, придешь с Владиком, я нет, завтра Танюшка идет. В принципе, почти туда же, но не туда. Кстати, можешь пообщаться, прийти завтра. Да, а мы сейчас на тренировке. А у тебя 12 ровно, да? В 12? Да. Ну, в принципе, можно. Они тебе потом на маршрутке подъедут. Там это Иринка была, Светка была. А завтра, наверное, больше будет народу. Ну, завтра выходной. Они завтра 12.30 первая игра. Только вот они приедут. Я хочу посмотреть. Владик, у тебя на самого это будет игра, так что не знаю. Сегодня еще узнаешь, да, что там будет. Тренировка что-нибудь это будет. Там еще получится. Ну, потому что не знаю точно. Там все это вам скажут, что на тренировке. Вот, так что такие дела. Ладно, сейчас буду туда-сюда мы тоже монтировать влог. Наш вчерашний коротенький, да? Коротенький влог. Сегодня елочку мы убираем, все. Илюш сегодня с утра проснулся. Пап, мы же сказали, что берете елку. Или, а когда мы должны были ночью убирать елку? Да, походу он думал, что да. Так что, ну, в принципе, до этого года, да, не как говорить, до следующего, до этого. Тут уже месяц прошел, в декабре, да, поставим заново. Наш красавица, да? Конечно. Да. Действительно, хорошо, что мы не купили елку. Я да? Очень рада. Вообще, мне кажется, основная тут елочка даже красивая. О, потому что, действительно, лучше сейчас найти, зачем когда такая красота у нас. Да, Владик? Вероника, ты помогаешь? Да, Витя да. помогает. Да. Хорошо себя вела? Да. Молодец. Очень. Плохо? Вообще нехорошо. Вроде я звонил маме, нормально было по телефону. Ничего такого особенного. Да. Вот, как дела в школе? Хорошо. Молодец. Ну что, будем сейчас убирать? Да. А, все, да, можно складывать ее. На уёбку, да. Да. Так, и, наверное, уже Веронику будем укладывать в баньки. Сейчас Танюшка снимает все эти наши новогодние украшения. Надо фонарик тоже самое сейчас зарезать сниму. Да? Фонарики. Да, уже ползимы прошло. Хотя, на самом деле, мне кажется, в январе она только началась. Зима, да? По снегу, да. По снегу. Там наверное, нормально, кстати. И погодка шикарная. Минус 7, наверное, сейчас или 6, по-моему. Вообще шикарная такая, солнечная. Ух, красота, лепота. Если на выходные не будет, не будет сегодня холодно, может сходим на горку? А где здесь горка? На 16. Это он за теми домами? Да. Там горка есть? Да. Ну я ж не знаю, это вы тут уже прошли везде. Там были уже? Нет, не были еще. Тебе сказали? Ага. А, ну хорошо, сходим. В воскресенье именно? Ну завтра ж мне некогда будет. Может, на обеде желательно остановиться, после того. Не, ну сейчас 5 часов уже светло, так что. Не, ну можно и завтра спать вечером. Надо пораньше спать уложить их, вот там, говорю, как. Я приеду, может, сходить будет. Сейчас я уложу их и все, и пол четвертого можно пройтись. Потому что я знаю, что мороз-то по-любому. А? Вероника, Вероника, Вероника. На кухню кататься, санки с ледянки. Посмотрим завтра, потому что. Мне кажется, лучше завтра, наверное. Посмотрим. С утра тоже холодно идти. Ну да. Желательно это после обеда, чтобы часов до 4 до 5. Ну, до 5, короче. Да. Так, ладно, все, увидимся немножко попозже. Лайк, тренировку, да? Завтра? Сегодня. А, сегодня? Ну, конечно. Так, время у нас сколько там? 4 часа почти, наверное, уже. Да, без 15.04. Я занимаюсь уборкой дома. Все поубрали. Елочку уже убрали нашу. Решили мы не переставлять сюда столик журнальный. Оставили, да, решили оставить столик на том месте. Сюда пока поставили тренажер. И чуть подвинули, да, диван по центру. Да. Конечно, тут мы с Сережей кое-что еще подумали сделать, но это, наверное, не сегодня, да, уже? А что? Стенки. А, ну да.
Да, хотим немножко подвинуть стеночку вот сюда, вот в эту сторону передвинуть, потому что она стоит не по центру далеко. И, конечно, хочется новый диван нормальный сюда купить. С одной стороны хочется, с другой стороны не хочется, потому что если вдруг переезжать... Да, не знаем, куда что, если что. Да, если вдруг меня вам покупать не эту квартиру, а какую-то другую квартиру, не какая, там будет обстановка. Какая там будет обстановка, да, и какой там будет этап, там, ну, а будет это ерунда, там может сразу приклеивать, если что, вдруг. Ну, не сняли, не сняли эту штучку. Вот эту. А, ну, сейчас. Сейчас, ну, сейчас. Да. Что там будет и как, здесь ли мы будем, не здесь, вот, не знаю. А разбирать диван, то есть таскать, мы знаем, что это такое. Бывает, что диваны продают. Нет, не в этом дело. Мы тогда один диван разобрали. Или что мы разобрали? Какой? А диван сам у нас разобрался. А по винтикам важно, который у Владика был, да? А-а-а. Потом подкручивали, закручивали. Ты разошелся, что уже тяжело обратно собрать на место его, скажем так, полным. Какая у нас сейчас мебель делается. Сережа монтирует наш вчерашний влог. Потом, что Владик у нас уже уехал на футбол. Звонился уже на месте, да, уже тренируется все. Солнышко, солнышко, Вероника наша спит. Сейчас, в принципе, мне осталось помыть зал. Да, зал, тамбур, коридор. И особо хотела даже сегодня там есть кухню помыть и ну, шкафы имею в виду, именно почистить. А, да, ну, у нас нет горячей воды, думала и ванну, и туалет вам перечистить, но нет горячей воды, а нагревать на это все смысл. Я поэтому сегодня лишь ограничусь только помойку полов уже с такого плана. Кстати, где наш Тоша? Где наш Тоша? На кухне. Какой-то уже не надходит. Где-то кочу бегает Тоша, да. А уже как-нибудь займусь уже полностью уборкой кухни, там надо тоже пару уже шкафы все мыть. Туалетом, ванной, естественно. Хотя недавно там все мыло, туалет, ванна, поэтому это не смертельно, что сегодня это не сделаю. Так, у нас фиксики идут. Как мультики были включены, так для тона, для айфона, так у нас фиксики до сих пор и идут. Каждый занят своим делом, называется. Так, ладно. Увидимся немножко уже позже. Надо доделывать уже. Скоро время собираться на собрание к Ильюшке в сад. Так, ну что, провожаем мамку. Да. За Ильей. Плюс собрание сегодня, да? Да. Да. А мы здесь, да? Кто там? Кто там смотрит в зеркало, да? Кто там? О. Вероника, да? Проснулась, скажем, да? Смотрит на всю камеру. И папа, да. И здесь, да? Вот так вот мы смотрим, да? Солнце хорошо поспало, это время уже 5 часов, 2,5 часа, да? Да, скажу, так вот поздно ложиться спать. А то высыпаемся. Сейчас будем кушать супчик картофельный. Кто-то варил, да? Ням-ням будем, Вероника? Тянемся, подумаем, да, еще сейчас будем думать. Вот так вот, ням-ням. Да? Каша замучил, да. Скажи. Бери саночки. Да, если я сегодня саночки. Забраться мы Ильей. Или меня спужает. Он вчера да. Сусанки просил сегодня. Да. Обещала ему. Конечно. Более я тогда пойду тоже. Сказал, что мама придет. Я скажу, и санки принесет. И санки принесет. Ладно, ждем еще Владика, да? Должен прийти сейчас позвонить. И потом а, там на тренировке завтра надо будет узнать, что там вообще. Ехать, не ехать ему в конвой. Ну, скорее всего, наконец-то ехать. Да? Ну, чтобы будем кушать, солнце. Что-то мне уже... Не хочешь, видно, кушать, да? Смотришь там, да? Как мы убрали туда Дед Мороза, этого нашего снеговичка. Да, скажи, снеговичка. Да. Светящийся, да? Скажи, светящийся снеговичок. Скажи, да, следующего Нового года ушел от нас, да? В коробочку спрятался, да? Спрятался в коробочку, да, спрятался в коробочку. Так, ладно, уже, да, начинает месяц, ну, уже 6 час, но уже... Так, забыли снять фонарик, ничего так и не сняли. Вот так. В принципе, видимость есть, так что неплохо. Еще месяцок уже будет нормально, светло у нас. Да, приближается весна. Что-то на канале идет, непонятно, сериал какой-то. Так, ну что? Ой. Так, что я пошла. Да, будем кушать с Вероникой, увидимся немножко.
Попозже. Лепка, угощай, угощайся бабушкой. Слышишь? Еще, да. Еще баранки. Баранки, да, баранки Илюша у нас делал. Где у нас тут баранка? Вот у Илюшина баранка. Угощайся бабушка. Вчера делал, да, Илюша? Да. А что у нас это? Сейчас, Маш, мы тоже выходим. А это что-нибудь у крыса рисовали? Поможем дедушке собрать картофель в мешок. Вот так вот. Вот Илюша собирал. Мама, еще гласина. Так, что, идем? Да. Илья! Привет. Смотрю, да. Сяду? Ну, потому что. Идем мы в собрание. Хочу там что-то на собрание скажу. Уже дома на улице прохладно. Зашли в магазин, купили Тоши. Какашки. Что? Какашки. Купили Тоши. Наполнитель, потому что сегодня я засунула хлеб, даже без наполнителя, не без наполнителя, не было совсем. Ну и там зашли, виноградика взяли, что, курму взяли. Да. Да, хлеба сразу, потому что дома ни кусочка хлеба нету. А тут нам, наверное, значит, пакеты зайти узнать плотных. Так, стой, сейчас я разберусь. Так, ну что, пришла Татьяна с Илюшкой, да? Да, что там? Поздновато, уже 8 часов время, кстати. Да, Маша? Да. Только поела недавно Маша, вообще никакую не ела суп, пока уже не пришел Владик, они начали вдвоем вместе есть. Ну поел, Владик поел. Илюк убрали. Да, убрали, Илья, все мы убрали, да. Ну, кроме фонарика. Не долезет до него. Убрали до Нового года, до следующего. Да, Вероника сегодня помогала убирать елку. Ну что? Так, ну что, у нас новости. Куда? В саду. Наш где-то качает Илюшу, еще 4 человека, вот друга его Диму, как переводит в другую группу. Так как получилось, что это группа, получается ясельная группа, и там смешанная, 2012-2013. И, короче, решили, чтобы дети шли именно 2012 годом уже с садовской группой, их перевести туда. Потому что группа на втором этаже находится. Сходили мы уже с родителями, посмотрели эту группу, познакомились с воспитательницей. Короче, Илюша знает эту воспитательницу уже. Ну, хорошо. В принципе, с понедельник мы пойдем, ну, пойдем собирать Илюшу в садик, еще в нашу группу, напишем заявление, где заведующий переводит на первый этаж, как бы что-то, ну, как все положено сделать. И там уже на неделю, или там или со следующей недели, как нам решат, они мы пойдем в новую группу. Чего? Ну потому что мама на первом этаже, а я группу беру. А, да, ну мы же пошли смотреть группу, а они дети испугались, что мы уходим без них. Оставляем на ночь, да? Ночевать в садике. Ай, да. Ну и так, разговаривали просто об воспитании детей, про, ну, конечно, как обычно, родительское собрание. Ну, почему группа будет садовская, конечно. Да, самое главное, что самое новое, что их переводят в садовскую группу, проводилось на собрание не воспитателя, а как-то там, на, типа, завуч по воспитательной работе, да, с дошкольным учреждением. Но мама также Петка сказала. Что? А ты это не сказала, на виноград не купила. Виноград купила мама. Сейчас придите, виноград, да. Да, и там уже будут занятия соответствующие именно их возрасту. Физкультура будет. Физкультура уже надо покупать ему сейчас чешки, шорты, футболка, там все как положено, белая футболочка, черные шорты. Что ты объясняешь? А, Машку смотришь, да? Свою любимую Машку? Да? Да. Мишкой. Ой, давай. Что-то рассуждает. Давай, смотри. Смотри, свой Маша. Клади, как там футбол? Нормально. У тебя тоже, да, Илья, футбол нормально, да? Ты с Алики играешь в футбол? Да. Что там говоришь, зубы? Я играю в саду, я в футбол. Ты футбол играл в саду? Да. Сейчас буду звонить, узнавать по поводу завтрашнего дня, так как завтра мне тренировка 12 часов. А игра у них 10 часов. Ну не знаю, если просто игра, то если смысл. Он поедет. На Комольный один, там сзади туда ехать. А если на собрание, то на часов съездишь и туда обратно поедешь. Тренировку оттуда. Ну, по идее. Да не знаю, если мне кажется, собрания не будет. Да, я думаю, что тоже собрания не будет. Турнир еще пока не будет на этой неделе, то
не знаешь. Позвонишь, узнаешь. В принципе, такие дела у нас в саду. Конечно, я начала, это непривычно. Ну, что делать, ладно. Пойдем в другую группу. Мы там все, ну, сидели. Да, пять человек. Уже один другого знает. Ну, хорошо. Надо плакать. Ну, ладно, хватит плакать. Уже большой мальчик плакать ты будешь. Ну, зато мама, мама там в таз ушла. Ну, мама ушла смотреть группу, да? А вы подумали и заплакали, правильно? Что вас оставляют одних. Ясенько. Так, ладно, раздевайся, давай увидимся немножко попозже. Так, ну что, походу у нас сегодня ужина не будет, потому что дети недавно поели, Илюша тоже говорит, не хочу, да? Он тоже в садике хорошо поужинал. Что? Что, картошку кто будет есть? Я целую тарелку съел супа сейчас. Ну, как хотите, завтра получи кушать, ладно. Сейчас мы что? Ну, поставим, что вы все тарелки себе позабрали? Поставьте, вот видишь, за вас Вероника поставила. Так, берите по одной штучке и кушайте. Да кушать уже виноградик. Мой. Твой всех, всем по чуть-чуть, да? Да, Илюш? А вы в эту не уходили. Эту еще не убрали, да. Я вообще про кухню забыла, что у нас здесь эта штука висит. Поэтому сегодня уберу. Или на завтра уже с ними уберем. У нас здесь мишура висит. Что ты делаешь, Вероника? Зачем ты выплюнула? Ты что, целый рот напихала, поэтому и выплюнула, естественно. Целый рот набила себе. А у нас Деда Мороза и в комнате снять. И да, и Деда Мороза в комнате снять. Да. По чуть-чуть кушай. Кушай, кушай. Но целый рот не запихивайся, Вероника. Ну, так, ладно. Надо лезть заставить. Ладно, давайте кушайте. Потом еще, что у нас там, яблочко есть. Да, еще увидимся. У нас сегодня ужин из фруктов называется. Что там пьешь? Воду. Вот там плохая, не надо, воду просто мама мыла виноград. Так, ну что, уже время у нас 9:30. Да, сегодня так поздновато, но в принципе выходные дни. Детки помылись наши, да? С легким паром. Всех с легким паром, да? Вероника? С праздником. И с праздником? С каким? А что у нас за праздник? День. Придумай. День. Выходной день в садике, да, Илья? Праздник у тебя. Валика тоже, да, выходной день в школе? Нет. Да, так, ну что, такой у нас сегодня влог, в принципе. Какашка. Ладно, главная новость, какашка. День какашек у тебя, да, завтра будет? У тебя будет день какашек, хорошо. Нет. Ладно, главное тут событие, мы все-таки убрали нашу елочку. Ну, в принципе, у нас каждый год такое происходит, то, что мы убираем в конце, после крещения. Правильно? Да. Илюшку у нас перевели в садик. В другую группу, мы перевели в другую группу в садике. Что ты? А? Ну поставили, решили так все-таки, будь здоров, Валик. Ну так, мне кажется, действительно, да, уже, не знаю, привыкли пока так, да? Да. Как бы интереснее. А как вот это болит? В смысле? Ну, мама отцепила эти штучки и все, например, навешивала. Да, на английском была очки. Ладно, пусть фонарик с Краснодара нам светит, да? Фонарик с Краснодара. Что? Ну, берем, берем, Илюша, конечно, берем. Мы еще там не брали мишуру на кухне. Я показывала себе. Да, мишуру на кухне. Так, ну что, все, все спать. Да, сейчас мы будем картошечку на грудь ложить. Да, всем, всем, да. Чтобы не болеть, чтобы не болеть. Так, ладно, все. Всем пока, спокойной ночи. Всем приятного просмотра, хорошего настроения, всем пока-пока. Завтра тренировка. Завтра, ой, да. Илюшкин, всем пока. Мы 23 января. Да, 23 января. Вероника, пока-пока. Вот так вот. Рукой махнулась, все. Привет. Так, ну что, подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки или дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Увидимся с вами завтра, 23 января. Пока-пока-пока.